Сообщение из Краснодарского края. Там сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Известная фамилия человека, который его планировал, это некто Ферзалиев. Он гражданин России. По данным Федеральной службы безопасности, на него вышли в ходе разработки лиц, осуществляющих вербовку в ряды террористов через интернет. Он был администратором группы в одной из социальных сетей. Во время допроса Ферзалиев рассказал, что, будучи помощником машиниста, собирался совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одной из электричек. Бомбу он намеревался заложить, пока поезд стоял в железнодорожном депо. Инструкцию по изготовлению запросил у боевика ИГИЛ, воюющего в Сирии, с которым был знаком. После теракта планировал выехать в Арабскую республику и вступить в ряды запрещенной в России группировки «Исламское государство».